Я всегда шел, зачем? Так, посмотри, что говорит мой. Сколько не ходил на свободу? Да. Почитаем сейчас. Я вас предупреждал, сделаем следующий. Разворот, значит, будет нормально. Вообще-то, знаете, ты говорил про Путина все же. Типа Путин такой молодой, там, уже на сцене молодой. Потому что за него что-то. Но ты все равно, ты не можешь быть в Китае, но все не говорил, даже когда он сказал Путин, конкретно если вы так много читать, ничего не понимаете. Потому что на самом деле прямая информация. Куда вы должны какие связи, понятно? Или обучиться. Вот она, как видят, разумеет, попытка задержания или вперед. Там не было. 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 Там не было
Я ходил к одной некоторой, там был вопрос, что тебе это, да, это открыто, самое для чего же нужно на самом деле. Вот, я это предложил ему стало подавать. Например, с нападением сексуально. Я потом предложил, извините, покупать продукты большие нужно. Я пытался вам опомнить, конечно, не очень, очень кажется. Они к ней собираются, чтобы их поставить. Значит, сначала это день пропустил. Вода кровь. Врачи пустил кровь. Вся эта вода включала. Значит, ситуацию себя выделили. Защищая кровь. Ты не согласен, больше честно не жена. И на этих ресурсах признали пояснение крови. То есть там определение не будет подробно, а я отнесу. Ага. Хорошо, не совпадает, а что там, значит, цифра, а там, не говоришь, значит, это, да, значит, за каждый путинский мастер, Путин не выбирает партии, а родился, организм поступает в полномочия. Человек практически не понимает. Но когда Путин проявляет себя как страдок, например, вообще не выходит, а последний вообще не выходит, производит это физически. В этой пандемии, то есть, когда все поняли, а значит, свидетели и я думаю, что попытка задержания не удовлетворена, но определенно, что не было подачи, это даже не может быть, не может вообще быть, это не для самого времени. Современный преподаватель был внутренний. Вот это как у Турции является официальным родом России. Вот они считают, что я, значит, забуду перемещать, и так я становлюсь вам на Турцию. Пойду мой заказ, Турция, просто я вышел, потом не кричить, вот этот товарищ, как там, меня посадил. Соответственно, все. Значит, отпуска и СИС. Итак, значит, как я вообще пошли, провалились, остались мои возможности, какие я не хотел бы, чтобы я не
тебя на всех не поймет. Ты вот вот уходишь там на дороге, это не совсем понятно, понятно, да? Вот, они же делают, они все сначала показали, а потом проводят, пожалуйста. Добавлю на ту же дорожку, да? Где для этого было реально всех сугроз, значит, это наша зависимость, что это для людей, это для людей, да? Ты у нас у нас жизнь, которая пришла там лично не под драку, и все, не на нас. Ну, вот это тоже, там, что-то вот это, извините, как мы что-то не искупили, а что-то красиво. Хотел бы опасности гимназии. Они, возможно, просто готовятся. Что-то с ними не верю, часа как их посвящать. 28-го бумажка, годовщина. Попытки гимназии, которые хорошо известны, и типа первого. И за самое удивление, это факт один из ваших партий. Значит, они готовы невозможно. Значит, мы так для того, так как только перекрыли, понимаете, вот идет инклюзивное, то есть прогрессирующее давление, понятно, именно у меня инвалидность. Мне почему-то зацикал, и что же тебе должна это делать, если я могу говорить, 2014 году, я буду это еще не чувствую. Я вообще тоже плохо, значит, мне зацикал, что я тебе должна это делать. А ты так какой-то так был, ты второй мотор или вообще не мог. Ладно, мы пробуем, я хоть два года мы ходим. То есть это было не те, значит, два не те, когда я там был. Подумал, серьезно, а второй тысяч, не ты, что ты не будет кормить. Там, видите, мы потом не кормим, когда так было, причем это было. Ну, нельзя проводить, как все, она, конечно, не дает, но не дает, не дает, не дает, не дает. Я расскажу, что при этом сначала было 10 часов. Вот, я думаю, и креатив. Вот, и у меня 20 лет. Ну, тебе принято, как вы позовете. Конечно, это было послушать. Нет, нет, а что? Нет, 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 она, это все не знает. Ну вот, если мы проводили такие какие-то вещи, например, 16-часовый переход от местечка Чёрского лечебного раку, то вот если идти на танцы, например, то у нас танцы ходят. Вот тогда мы все это полностью попали на раз. Еще не будет так. Вы думаете, можно? Да, конечно. Ну, в Европе. Это правильно. А кто он не будет? Ну, значит, ну, это так, а сейчас не так, что видите, да, все хранится, все хранится. А тут точка так, значит, 3 часа тренировка, значит, в связи с чем, с незагонкой далеко идти. То есть я помню, что почему-то тоже куда-то пришла. Ну, я очень далеко ходить, 2 часа только в один конец. То есть выглядит полностью так, как звук, когда не стоит, не стоит. После этого, в момент угрозы, ну, со стороны доступа к магазину, потому что шантажируется у меня еду, и телефон связь, значит, я по моим ходам, сейчас когда хода приехала. Потом вас люди так будут, и не берут, что там разговор, но пролетаете мне через отведение Кандагорска. Хотя я считаю, что не так. После этого пришлось идти потом, подрачься, открыть. Назад наш поток выгодил так, короче, на ногах 10 часов. Здесь цидометрическое напряжение, что важно. Ну, такое у нас не так сообщение. Я так говорю, пожалуйста, обычно, между 17 лет и дальше. Кстати, ни одно ваше видео я освещал, уже не понимал, что это. Информация. Сейчас, когда вообще не крыло, сейчас только начал, о чем правда. Я случайно не знаю, что сейчас я делаю.
Вот, а они начали масло заменить продукты с алибированным, так сказать, исходом, что люди будут митинг, но когда люди будут митинг, это понимаете, это я вот не выдержу психотерапию. Значит, им как бы, им, значит, пофигу, да, кто-то спутал посольство, все лучше, у меня там на точке не будет. Значит, взять либерала, значит, что-то такое представление, что хорошо подарили, еще какие-то но поднять, чтобы закрыть я просто от камеры. Понимаете, девушка из готовщины Крыма. Банкетную дату, типа 8 камеры. Формат неприемлемый. Вот из массовый такой вид массового отличия. Сразу видно. На данный день, который я спросил. Мне кажется, это не приемлемо. Он вообще близкий. Так иди, да. Извините, подвигаю просто. Просто полномочий Путин и как это все не значит его управление и скрывание этой планеты Путин, это тот момент, как стать управлением, понимаете? Но говорить об этом, это не говорит политически, вы же реально, это что политически. Террористическая структура, которая представлена сейчас так, как это не может быть, это или тантируют черносили. Понятно, не может выжить. На самом деле, и это не урок, когда в частности прозвучали на репортаже, когда я все-таки выберу, хотя бы такой насильственный, что ты будет репортаж, ты изменишь стиль, который я не помню. Эти данные формулировки, значит, я подошла реакция, видите, как камень на воде, да? Перекрыть правосудие. Все теракты, даже как по статье, что великотворный разговор, хотя была по теракту в Америке, что-то у нас Америка вся эта страна. Это я просто понимаю, почему я вижу. И теракты не знаю, я знаю, вот, значит, что реакция перекрывает. То есть право юридификации, легализации и уровень социальной позиции статистики общества. Так как люди жесткая публикация, как вы не знаете. Это не снимали. Потому что это не очень. Ну, так что тоже, а вы это уже читали. Вот это сейчас читаю. Вы не можете же помнить, да, что по 28-му. Если они готовятся просто к этому, присобачить туда, то есть там и там, там еще как мы будет идти, что не готовится. Ну ладно, а мы возвращаемся. В этот же момент было осуществление. Скажи, когда Путин скидал, ты еще это понимаешь? А как недостаток? Чисто пока. Да? Да. На базе осталось. Так вот. Вот не закон, да, не меня, так ничего не нарушено. Значит, давление на свекрови. Силу родственников, включая иммунитет. То есть родственников иммунитет. И наличие не обязательно зависит от зависит. Могу ли ты на этот вопрос? А вот реально слабо плохо. Вот, чтобы... Значит, довести до сопления. Я говорю, что мы не можем.
тебя документ. С собой. Вы послушайте, он бы задержал. Да и сказал, дело в том, что прикрывает на границе. Не может куда пойти, сейчас на решение не то, что это не дали ваша, а последний же, да? Типа, не угрожают деревья, а это не так, а шам прекрасный, значит, не отвратил, я же хорошо. Ну там есть как-то будет. Я говорю, близко от путинского леса. Там же она подвинула головушку. Ну, как бы замазывает меня там. Я говорю, что нет, ходить в магазин. Помнишь? Право покупки медикаментов. Люди не любят сердечный вопрос. Например, нет. Я считаю, что нет коммуникации. Не забудь. Как будто солнце, я шел за хлебом, не забудь. И тогда будет закрыт. А там вот этот рубль вышел. Я должен сказать, что у меня авторский метод, значит, дальше не подавал. И вот так магазин, магазин. А, еда особенно. Одежда и медикаменты. Особенно. А да, они еще не люди. На чеченской диаспоре, значит, не люди. Мне же ушло с карбонизации еще. Не люди. А в любом случае. Мы же мои заняты. Я не люди. То есть буквально там не так, как люди. И еще. Бегают люди, которые вакируют контакты, живут это что-то, живут это детское исследование. Я могу доказать, что ты редко, значит, пленарно, если шел с инфекцией, я не знаю, что ты уже потрудник идти. Значит, как у меня, асса, прикосновение, это перекрытие камер и совершение такого задержания в связи с информацией, которую он уже имеет, то есть, как у меня, 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 как саботажа, который считали нет автомобилей. Нет. Значит, о, совершает. Если масса двинарел по цепочке людей, которые, значит, бегают давно, это значит прикрывать кого-то. 15 рублей, да, да? Нет, я не верю, что я как бы забыла. То есть они забыли, что вообще не верю, что я там еще знаю. Мне как бы все равно постоянно. То есть они сами работают теми же бордельными методами, чтобы приобщить американские потоки, которые не нравятся. Перекрывали косметику, одежду и одежду. А значит, вот так и не так. А медикаменты, я говорю, что они у меня просто нет, когда ты их изучишь, то это страшно, психосоматика лишняя. Психосоматика, то сердце, подождите. Значит, они везде слово бастируются, да, повторяют, что можно. Набирают по 10 минут время на камеру, я уже протест, понимаете, к недавно участвовал, когда мы там были, включают, значит, бактерии сообщения, уже с вами говорили с вами, которые вчера начали также блокировать, я не перескакиваю, это то же самое сообщение, или просто между ними жить гражданское время, в том числе с инструментами, потому что эти юридические документы, я не перескакиваю, вот это же тема. Но гражданская жизнь, это и судебное прощение, это медикаменты, это значит, это право на самоопределение, пока я не заработаю. Мы выбираем, как я буду уже закрыть камеру в связи с этим. И записать вот так, потому что я забыла это было. Что ты не знаешь? То, что является юридическим, это для себя не сотрудник, будет включиться. Ты не мог, тот, кто вас открылся. Он понял, что император. Когда ты не мог. Thank you.
чтобы я не записал информацию, сюжет, который они уверены, с дебильной уверенностью гарантированности, в этой технологии при мышлении. Кроме того, что речь, значит, это место, сейчас вас можете попасть, относится, значит, к дорожке, выходной дорожке, на самом деле это логика, по которой было записано ситуация с лишением. Слепой, значит, мы повторяем, потому что они программировали выше проход там эту дорожку, а надо связиться, все хорошо, но не сразу же, для меня связиться, конечно, не сразу. Почему за меня решать, что я буду делать, и репрессировать соответственно? Почему для вас все ситуации? Мы просто возбудили. Но я просто не то самое. Я просто в суде не буду. А да. Я буду сейчас открыто я вчера вот сказал, я тут сейчас обидел, ничего там не случилось. Все, ты рак, ты гей, ты не можешь излишить всю жизнь. Сами видят люди, мы этого путя будет 20 минут. Я же говорила вам, что Савченко не будет. Мне кажется, мы не видим. Мне кажется, мы примитивы тоже, значит, имитировали тело, а значит, тут прикрывали. По-моему, не такой наш, не совершенно соединенный удар. Когда мы взяли соединенный удар, мы видим, что доказательство наше. Жаль, мы решили доказать. Дело в том, что мы как будто на журналистских темах, но вот так же заварушка с активированной журналисты будет в Донбассе. У меня такие же были проблемы, что, значит, по поводу единой полиции, и что до того, как нашли Савченко, понимаете? Я думаю, что я могу не так, но если вы, конечно, нашли, то как это только известно, как бы. Просто так, как мы делаем. Сначала мы блокируем доступ к интернету, не сохраняя данные, чем мы видим.
что здесь записано. И не посылают также эти видео. Пусть это будет поток, а то нет конфигурации. Представляет свои показания. Пусть это не записывает, пусть это говорит о том, что будет. Подождите, это не смешно. Что это такое? Это так, кто не говорит, люди делают там из метро, вы не понимаете. Это какая-то трудная вещь. Я же вам сказал, по 27-му учету, где мы были в Академии, значит, как-то извините. Я знаю, кто такой может, кроме ФСБ, понимаете, за мной все это принесло, чтобы рассказывать, кстати. Страсти по пути. Крутовато. И другие скемператы. И после репортажа, значит, это не выпущено. Не блокируют, значит, обновят. Нет. От власти, или от посольства, или от посольства, или от посольства, или от посольства. Пусть это разрешает ТРА. Вот моя информация. Для меня. Сейчас выпустим. Один момент. Я сейчас покажу. Вчера. Вижу все. Президентский канал разрешает и не озвучивается. Не важно. Не важно. Они там как-то не подпишут. Я выгляжу, что мы вчера обрезка не подпишут. Но мы эту резко берем, это средство связи. Вопреки ему, так сказать, там. Значит, о том, что, значит, я просто говорю, если не сесть, это не оговорка. А вы говорите, Путин в Китае, они же это нет, а значит, Путин в Китае, а сегодня нет, 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 короче. То есть, конечно, это Шава Холодный и индейский космонавт, который ходит, что за Холодный Путин. То есть, там были написаны репортажи. Динамик. Спокойно. Значит, было, повторяю, значит, не планирую за него перевозить. Значит, что я пойду по данный момент, так, и я это рассказал, значит, о том, что он послушал. Значит, я это отлично послушал. Пусть это добавок подписал внутри. Вот так. Очень хотел показать, где у меня, если вы видите, между тот текстичка. Сейчас он забрал этот текстичка. Там называется Авилон. Я больше там так это все кинул, там занимается. Я там иногда занимаюсь. Там, напротив Авилона, то, что там у нас снежная пара. Это ты? Да, это где ходит. А ну, это вообще наше. Ну так же, иногда там занимаюсь. А ну, даже дороги идет. Так, все, сейчас вы даже послушайте меня. Я дальше, так, внимание, я записала, А мне, российский полярщик выходит на правду и задержание, значит, террориста, который осуществил, значит, теракт, значит, пошла. В связи с тем, что я не могла опубликовать видео, а мне это заверка себя совершенно. Но ведь ты за ней набежишь. Она Путина. Потому что сказка только был о Путине. И ты видел, как я сейчас не касается. Ну, ты теперь выходишь, поделаешь, что за.
было потом быть сложно. Что-то не испугался. Как-то все. Так, ну же я ушел в аптеку. 19 марта. После инцидента, после заявления, все началось. Значит, инцидента, здоровье инцидента, секс нападения, попытка и присутствие по открытской возвращении, придет в секрет. Так, значит, и не доставала там, потому что и так далее, не может. Ну, наблюдала, вот цель как-нибудь, это была уже пятая или шестая аптека, когда аптека, конечно, замазана, даже как тот же восьмой павильон. Косметика, видите, как это записано, никакого крика. Там никого нет, никого нет. Лицо слишком красиво, это жизнь. Вы были? Да, слишком красиво, оно в жизни такое. Ну, понятно, да? Оно просто не другое тело, это птичка была. Съемочка. Один какой-то обидел, что у него уже лица. Просто не помню, что я сижу уже хорошо. Когда побили страх от меня, то тоже съели, если честно. Пока солнце не так. Как видите, значит, и так делать не хотите. Ну, или как? Я не могу. Вот, не могу, я тебя помню, секрет. Ну, я тоже. Сейчас показываю, а да, тут я зря. Что? На кого? Да. И подход ко мне хранит. Значит, на мой подпись, на мой сейчас, сейчас скажу, позапишу, не буду показать. Я думаю, сейчас, потом. Я даже некого длинный подход сказал. И начинает придираться, значит, звонить разговор, почему здесь снимают. Там глухая стена аптеки, там где люди живут. Там где бизнес-центр аптеки, он находится в Тбилиси. Понятно, мне как готовили, да. Там гаражицы. Ему начинают разъяснять, что меня пришли советологические центры, а не мусорные. Он уже реально не мусорные, а не мусорные центры, у которой проблема с вашим рассудом, в том числе, ну, Василий, а вот кто-то, ну, Василий, понимаете, да, вот он еще... А раньше какой мой? Азиатский, не как просто, азиатский финанс. Значит, мой возраст, думаю, 45 лет. Вот один момент, значит, я ему разъяснил, я ему сказал так, его заперли. Член решает за то, что не изгонял. Понятно, да? Пусть это у меня пытался забирать, хорошо, руки. Так, вот это мой ля-ля-ля. Вот эти его проблемы на лицо, к сожалению, потому что одна ошибка, уже долго отключить, потому что Сергей Кузьмин, да, он не подарится. Другой дело все видно. Не зря тут обращаться, но не защититься. Но с другой стороны, если я записывал, там не были бы кредиты, да, и не было. Я вам показала там же шестерчик. Один момент. Вы же меня больше задержали, извините, при таком же упоминании, вы же найдете к своему поводу, да? Кто? Вы! Ник. Америка внедряет синтологию для тех, чтобы разрушить государственную базу. А ты нет?
Значит, а большие ребята, которые некоторые пенсионеры, которые покрывают данную схему, она шантажирует пенсионеров, таких как моя сестра, молодежь, которая слабая физическая способность. И даже входит в военный корпус. Понимаете? Когда я говорю, что это он, и представители даже полиции. Я говорю, что я сразу задерживаю. Вот вы посмотрите. Я вам расскажу, нет, слушай, мужик, меня преследуют мусульмане, если это контакта центральный, правильно, он играл на политическое. Я тебе не сказал. Не потому, что я с ним заигрывал. Слушай, я не думаю, что это было. Я не думаю, что это было. Можете запустить? Только зачем запустить? Берет на захвата вот так, вызывает охрану, и не полиция, и не сказал, кого там. И тогда это действительно. Я просто освободила сам захват и забирала хабу. Что там нет цвета. Я прыгала через машину, сейчас слышу, что это запись. И сильно менялась машина, остановилась. Как бегущая полна. Знаете, это не смешно. Это было за 20 минут, это я скрутила. За 20 минут. Потому что я вернулась домой. И когда пока я писала, маленькая, все, он говорит, просто а тобой это не будет. Вот он это уже как-то понимаешь, так что ваша потенция будет сделать. Так, все дальше будем шляля, я беру лучшую дорогу, выражаю такой вот быстро, что мне было бы. Знаете, как это? Ну, дальше мат идет. Я... Значит, послушай, если бы у меня есть машина, я была бы мертвая, а не извините. Машины просто остановились. Один момент. Значит, это очень похоже, дело прибытие. Но они все вот это делают. То есть они не знают, это выбирают. Или идут по типу мышления гуманистического. А что здесь такая шанса? Не надо круто. Что когда тот тоже подошел, сначала пройдет про токсики, извините, я не знаю. И где мой муж? Понятно? А когда он сказал, что его варят, так сказать, он говорит, ты как с этим носить? Прямой. Повалил на землю, значит, и мера была там делать. Вот, сейчас посмотрите одежду, значит, не жалко. Допустим, значит, я бы не дело, что я, а я вот там тоже готовлю к этому году. Почему они читаешь, я ваша это не забыла? Ведь вы вызываете людей. И это как комитет за мало там делать. Мало. Почему вы говорите, я ключик? А данная структура, значит, планирует это не озвучили, поведел, а то я тут переговоры, что они могут. Ну, вот. И пытаются убрать, и что-то там вообще вот. А закрывать идет интеракция. И где раз в минуту идет проблема с Путиным. Это где было важное нападение, это мне дело. Значит, когда я позвонил полиции, полиция взяла мой звонок. Значит, и спрашивает, сколько мне это, кто за кто звонит, сколько мне это. Что? Конечно, вчера. Это понятно. Смотри, что? Ну, там тоже у меня пришла концепт, еще не могу с ним хотеть в этом поговорить. Дело в том, что там еще добавочная ситуация, что ваш нет, например, когда были проблемы, там, например, мы еще не берем школу, но уже день с Ростовым на дому, здесь я такое показание просил, но это не стало, это просто делать. А, нет, это в этот же день был какой-то, в этот же день ты ранее, я его тоже пишу, потому что мне не в конечном итоге, я даже не знаю, что там, можно сказать, еще по этому делу, что мне если ты делаешь, я не собираюсь подавать в суд, я могу в суд, в комитет, я не собираюсь, а меня придется опять убрать.
мусульманское сообщество какие-то. Вы не нападете, не сказать. И когда была полиция, он напал второй раз, на 6 минуты, бросил очки, там, начали пытаться шпить, а о, вот это ваше, да, Чечня, да? У меня такие чистенькие. Чечня, да. И не только у меня есть чистые драйвы, очень много какие-то нормальные. Без провокации. Из Московского. Ну, как уже после комитета зарабатывать. Ну, я там был. Где проект проводили? Пункт Кузьмин? Надо... Да, проект. Ну, что нам делать? Здесь требовалось постановление об отходе. У меня есть. Воды, я была у вас такой. Копия, видео. И что делать с ним? Еще раз. Не уверен. Дело в том, что как только я уйду, даже такой слабый пол, вы знаете, а я сразу учить, как он был на другой территории. Живой приводу, убрать меня откуда? Что делать? Вы видите, что мне надо это подавать? Я бы не стал даже подавать. Мне если подавать, где вы будете? Мы направим, опять же, председателя попадет. Как он представляет? Кому? Да. Я повыше себя отпустился в последующем комитете в Кузьмин, я опять туда. Ну, Кузьмин, ты в любом случае так будет, только место будет проще не председать, а там будет стоять. А с поручением председателя это другое, да? Здесь открыто все-таки немножко так. Ну, не хочу оставить. Потому что я знаю, что это ведет к себе. Ну, я могу понять. У меня есть бабушка, это не хочу. Я была лично у него, он все понял, я сказал, что это есть. Я могу не доказать, он говорит, что я вообще не говорю, говорит, он все понял, понял. У вас все доказательства у меня хабрится. Он говорит, это не будет. Можно с вами встретиться, показать документы? Да? Скажите, как? Вы понимаете, у меня все есть, я больше не могу. Почему? Жизнь в Путине непонятна. Еще подумайте. Да, у меня есть документы, значит, они все сохранены, а да. Значит, ТЦ я не знаю название. Я могу это. Кому и. Я понял, это не важно, да, что мы там назвали магазин, да? Да, ну понятно, какой магазин, потому что это является там только один упражнение. Ну, на дорожке только их плохого рынка. Ну, там, может, единственное, или что-то, шоссе. Ну, это не хорошо. А ты кто, говорите, как вот там, по-моему, так? Общество. Ну, это, ну, вообще, вы поняли, какая дорога. Вы посмотрите по карте, вы поймете. Если вы посмотрите по карте, видите, там идут от Москвы, через поле легко пройти на центр города. Я вот сейчас я запашал одну шапку здесь. Мне нужно помнить, как все близко, где вы ее везде. Что-то будет, если вы не можете, что я забыл. Еще как-то отбежать, сейчас я не знаю, как это все будет вести, как и там будет. Да, завтра еще можно не будет. Хорошо, что мы не будем. Значит,
Слава Богу, это не делаешь. Так, это круто. Ну, я сейчас буду звонил, просто не тут, я не могу так сказать, пройти вот это дверь. Это было, где это было, где ты скажешь? Бери кого это дверь, ты тоже, пожалуйста, дверь, значит, пяти, 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 и мы так занимались мужем, знаете, я так и занимались мужем, с мужем, мы так занимались 15 дней. Знаешь, я был дома. Не знаю, это военный городок, прекрасный магазин. Там живут только военные люди, там никого не пускают. Значит, там хай вырубили, как его, ну как? Ну как? Мы там заходили заниматься спортом. Ну там где-то в Минске. В Минске или Запарке, да. Ну там, а это там не я. Да, победа в цели, или что, что-то такое. Это правда, честно. Там очень воробочка, как наш первый пенсион. Воробочка, как второго пенсиона. Вот мы там стояли, понимаете, никто не может знать. Мы же видим, мы все уже. Нет, я не могу. Это не сдавать, мы не знаем. Нет, не надо. Надо. Пожалуйста, не занимайтесь. Как начнется тогда? Все же выйдет от Путина, а он умер. Я возьму. Пошло? Чтобы зона? Да. Обязательно будет. Тут лучше русский наш. Ну помилуй, не надо забрать. Это позволь.
Учитывая, знаешь, какие время тратить, значит, час на перегрузку, них ты что мне доводишь до ручки? Как вообще посидеть? В каком смысле? В смысле, что ты не приходишь домой сегодня? Я должна просто вот так валяю свою жизнь. Чего это валяешь? Ну, как, да, игра сейчас. Нет, мне тоже. Подожди, ты что, что-то не голову не морочь, понятно? Свои игры в батуристке не играй. Мне нравится, я ставлю едой, питанием, значит, не входи с фандализмом и без кота к нам оставлю. Ничего нет, я вижу, как будет попить. Значит, я делаю уже снизу. Хватит, ты не дурак, ты находишь, что лучше говорить. Ты здесь будешь заметить, а как это происходит, дела. Значит, нет. Сколько здесь этих? 1 это меньше. 1 это меньше. 1 это меньше.
Нет, не извини, это не так страшно. Нет, так и страшно никакой нет. Что ты там разве не видишь? Да. Что, сколько ты А вот там тут что-то. Нет, это нормально. Это нормально. Вот он может следующий пакет, я там рамочки выйду, сейчас вижу готовится, правда, меня понимаю, да. Не важно, я ничего не понимаю. Так я расскажу, вот это сколько сейчас. Иди за ним все, значит, Ладно, давайте мне... Какой это участок? В ролике. Спасибо, вы уже вышли на тоже первый выдох, не хотите. Зерафан, видите, сразу поставила в лоб. Не, зерафан. Наши только не Нет, спасибо, я лучше буду. Мне ранили за перерыв, не смешно. Дальше. Значит, а вот этот самый хвойник.
Значит, вы видите, что я сделал отмену, так что делаю. Если не вот это, а вот это. Да, тут ничего. Не плевать, одни доски. Хотя бы сразу комнату, что там не тот же сын делает. Ему сладоваться. Это Коты, значит, слушай внимательно, ты покупаешь пальцы, ты говоришь, нет, это у вас не... Я говорю, я там вижу, купила витамины, ты что отлиниваешь?
Ну, жаль, я хочу знать. Почему? Буду готовить людей, которые... Ну, побыл пакет. Продолжать и открывать не закрывать. Что мне сюда не надо перекрывать? Thank you.
я себя придерживаю. А, тогда они просто разбились, а то они мажут себе голову. А вот мармелад такой вот маленький, который стоит. То есть, это желение, мармелад. Нет, это у меня уже есть, желение, сколько стоит. Да. А, это уже купил. Ну, сейчас у вас там не планируется. Вы знаете, где туры за килограмм, допустим, это за килограмм. А, ты же заказал, а вы больше за другие вещи, да? То есть, ладно. Ну, давайте примем. Вот эти, которые большие такие. Да? Кучек лежит. Точно, да? Вот, вот так небольшой кусочек. Да? Это будет очень прямо, извините. Сейчас вывезу? Нет, нет. Нет, есть, подождите. Я вывезу 50 и 10. Мне тоже надо больше.
прогнуть, это называется осада физика. Что-то мы теперь нужно отключать, это облакорочки, это подлинные атаки, все музыка. Понятно? Проблема такая. Она мне провока вызвать проводит. Мы его так отправим. Не посмотри только, где баня меня, твоя мистера, как не будет, вот так вот, какая жалость, а? Это по поводу посольства, чтобы объяснить момент. И они уважают только играющие вооруженные силы. А русские вооруженные силы они не уважают. Они распятывают какой-то Следственный комитет. Они не уважают, понимаете? Я не знаю, что это за дело.
Она не уголовная, я уверен, что здесь все. Или, да? Мы закрываем уголовные дела, мы закрываем уголовные дела, а реклама, значит, не окей, допустим, политический, он такие, он the content, это история. А для дефекта замечательно чужого, тут новая драктура, и сейчас я поработаю, а что же люди, все, все, окно! А да, это же лучше такая обычная, вот это лучше, что же вы нам, да? А ты видишь, что эти деньги, у нас просто два деньги, и что на тракторе, и только брат идет, и это тюют трактор. А мы на пробу, с гудом, а эндер дэм. Я не знаю, что это такое, но я не знаю, что это такое.
Понятно, что это не время. Понятно, что это не время.
Я прям так сижу, ты что, думаешь, что нормально?